Главное, главное предложение только сегодняшнего дня, новое, это костюм Теодора. Как я уже сказала, самое главное, это костюм вне возраста, это костюм вне времени, вне зависимости от того, носите вы его дома, надели в отпуск или в самолет, или в поезд. Это лучшее предложение для вас, тем более, что даже если вы поправились или похудели, этот костюм всегда с вами. Ну и самое главное, по лучшей цене 999 рублей. Микол, что скажешь? И за 999 рублей мы получаем с вами еще и два изделия сразу. Ведь и блузы, и брюки сами по себе самостоятельные изделия, которые пригодятся в вашем гардеробе. Плюс материал. Здесь у нас с вами материал масла, но категория Венеция. Чем она отличается от обычного масла? Она имеет более бархатную поверхность. Поэтому это работает еще как матирующий эффект на вашу стройность. Брюки можно регулировать с помощью защипов по низу и делать из них длину 7/8, что вам и продемонстрировала на подиуме наша Елена. Свободная высокая посадка, эластичная резинка. А вот блуза выполнена у нас с вами с добавлением боковых кулисок, что обеспечит возможность видоизменять и не делать острую горизонтальную позицию по низу пола. Ну и, конечно же, данное изделие можно носить все лето, начиная от дачи, заканчивая путешествиями и прогулками. Идеально. Смотрите, оранжевый, яркий цвет у Миколы. То есть там у нас, Микол, получается темно-синие брюки, и цвет блузы у нас разный, правильно? Да, брюки во всех костюмах будут идентичны. По оттенку меняется только блуза. Значит, это оранжевый. Здесь больше оранжевого пигмента. Так. Здесь больше фиолетового, поэтому будет называться фиолетовый в заказе. Здесь такая, знаете, у нас цвет фуксии, лиловый в заказе. Дальше оттенок желтый, вот мы видим с вами по яркому желтым вкраплениям, сиреневый, здесь у нас изображены как раз-таки сиреневые цветы, ментоловый с турецким огурцом и небесный заканчивается маленькими лютиками. Самое главное сегодня успеть, потому что лучшая цена на всю страну 999 рублей. Смотрите, это и блуза, сегодня блуза-туника, которая подстраивается, и прежде всего брюки. Основное, значит, 2400 он у нас стоил, только когда главное предложение дня, в единственном часе вы получаете цену менее 1000 рублей. Он для всех от 50 до, внимания 60 размер. Но что я хочу сказать, вот смотрите, моего размера 46-48 не было, я покажу сейчас. Вот я выбираю, смотри, Микол, да, размер 50, вот я специально для вас сейчас демонстрирую, что я надела, то есть вот так вы видите, да, совершенно спокойно поправилась, похудела. Да, то есть он не просвечивает белье, огромный плюс. И вот еще раз говорю, на мне сейчас 50 размер, чтобы вы понимали, пожалуйста. Но в любом случае, Микол, как выбрать размер? Мы выбираем четко размер в размер. При желании можно взять и размером больше, если хотите чуть свободы. Здесь самое главное, я предлагаю брать сразу два костюма. Все, мелочиться. Согласна. Такие костюмы, как рабочие лошадки. Один бросили в стирку, второй надели. И так круглое лето мы с вами проводим. Точно. Две блузы, две пары брюк, почему бы и нет. И причем, знаешь, что мне нравится? Вот сейчас, допустим, Ника демонстрирует вариант с брюками, да, брюки практически в полную длину. А я сделала, как ты меня учил, да? Да. Вариант вот такой, пожалуйста. Микола раньше всегда, он прям выходил, да, и показывал, вот, пожалуйста, капри. И как вам больше нравится? И самое главное, что смотрите, да, то есть вот, если у вас даже, к примеру, да, вы понимаете, что у вас варикоз, здесь запаса достаточно, у кого-то там ножка бывает перебинтована, но вообще, на самом деле, правда, нюансы в море, посмотрите, они не затягиваются. Я всегда честно говорю, я обожаю такие костюмы, потому что у меня есть собачка Луша, я и погулять схожу, и с дочкой, допустим, я активная. Господи, ну название подожди, собачка. Ну, я и активная очень, там я понимаю, что... кошка может накостылять. Я села в машину, отвезла дочку на танцы, тут же приехала, поехала в, да, в магазин. Вот какой идеальный костюм рабочая лошадка? Вот, пожалуйста, вот такой костюм Теодора, да, сразу две вещи и их миксуешь. Да, поэтому забирайте сразу два костюма. Здесь вам помогает и высокая посадка, и эластичность, и видоизменение конструкции длины брюк. Что касается блузы, здесь цельнокроенный рукав без вточного, что опять тоже очень удобно. Кулиски по боковым зонам могут дать возможность ее приталить.
Ну и, в принципе, если их разделить по отдельности, в блузе можно пойти в офис, накинув жакет, кардиган, юбку-карандаш. Отлично. Смотрите, Ника у нас купила сейчас костюм и начала заниматься спортом. То есть вы можете для спорта заказать такой костюм. Идеальное предложение. Кстати, город Курск, Оксана Дегтярева говорит о том, что это не костюм, а это чудо. Красивый, удобный, не мнется. Я очень довольна. Оксана, я тоже очень довольна тем, что мы представляем, тем более по такой цене, главное предложение дня. Костюм «Рабочая лошадка» для вас всегда и везде. По цветам вы сами выбираете, опять же, по цвету блузы. Они все яркие, цветные, насыщенные. Поэтому сейчас действуйте, да, и яркий лиловый, ментоловый, небесный. Основное, Микол, конечно, то, что вот телезрительница написала, что он не мнется. Это ведь действительно важно. Когда ты надела костюм, у тебя нет времени думать. Ты его надела 2 секунды, все, ты готова уже прямо на выход. Да, так как у нас с вами здесь материал масла, а масло бывает просто, такое лощеное, гладкое, и есть Венеция. Венеция как раз имеет более пористую поверхность и имеет такой, знаете, эффект бархатного лепестка розы. Поэтому здесь у нас с вами еще и плюс матирующий элемент. Мы данный костюм действительно с вами можем в помятом виде вести в чемодане, положить, да, и также хранить его, не вешая на плечики, потому что он не мнется. Это и есть преимущество. Преимущество того, что на нем не виден пятен. Он имеет более такие сдержанные цвета, брюки вообще темно-синего цвета, не будет видно ничего, даже капли пота. Совершенно плюс точно. Данное изделие сохнет быстро. В летний период при температуре 35-40 градусов на улице, да, данный костюм высыхает за 15 минут. И знаешь, я заметила еще то, что вот этот костюм, знаете, если у вас пышные ножки вот здесь, да, особенно вот бывают объемные, ноги очень часто трутся и происходит раздражение между ног, то вот здесь как раз, они даже можно их, может, отдельно как использовать, да, вот раздражения не будет, при этом у нас очень-очень мягкие, да, такие нежные брючки, поэтому выбирайте, еще раз повторюсь, я выбрала для себя 50-й размер, он отлично тянется, прям при этом он не смотрится большим, если вдруг у вас размер 46-48, да? Да, то есть дамы 46-48 можете также, по примеру Лены, присоединиться и стартовый 50-й забрать для себя. Лиловый оттенок, у нас с вами есть ментоловый цвет, также у нас с вами есть небесный оттенок, здесь мелкие цветы, то есть вы прям сразу смотрите на цвет и запоминайте название, или прям сфотографируйте для себя. Вот этот оранжевый, отлично, здесь, как говорится, ошибиться невозможно. То, что вы видите на Анастасии, это сиреневый. То, что вы видите на Нике, это оранжевый. На тебе ментоловый цвет. Ментоловый. И, дорогие мои, сразу две вещи. Идеальный костюм на все сезоны для каждой нашей телезрительницы 999 рублей.